Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Эхэй! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит Исполнение Миссии Смит Плей. Это Анастасия Морган, это кооператив. Мы продолжаем играть в Dying Light. Hello, hello, hello. Hello, hello. Я прокачаю кошечку. Анастасия, в прошлой серии я прокачал очень крутой навык, и я решил повторить за ней, соответственно. Я обычно люблю повторять за ней. И, соответственно, я прокачаю кошку, потому что... Это крутой навык, пусть будет, он не лишний. Далеко не лишний. Еще я кое-что, знаешь, что хочу сделать? Я всю серию пытался прокачать этот УЗИ. Даже забыл, как он называется. Короче, пофиг на этот УЗИ. Короче, найду я его, прокачаю. Мне, в принципе, на него все хватит, на эту Виндетту. Я решил себе прокачать. Точнее, создать. Том. А вот этого сейчас увидишь. Этого, да? Я здесь перчатку починил. Я могу еще прокачать вот... Ну ладно, короче. Вот это, бляха. Вообще, перчатку получил, и больше мне ничего не нужно. Вот это, бляха. Просто разношу ей за 5 секунд. А я пока на тебя, кстати, не говоря, не смогу тебе сейчас вот здесь, потому что мы сейчас в безопасной зоне. Я вот сейчас-то возьму себе. Вместо пузореза этого. Пузорез его надо питать этим самым непонятно чем, короче. Убиваем мощь у него, кстати говоря, 253 нормально. Принц пойдет. Примерно как у нашей руки, которую нас, я говорю, вылечить. Починить. Я в общем, починил. два крутых рейнджера. Две росомахи, можно так сказать. Два трейсера. Две очень опасные личности, соответственно. Нам нужна Джейд. Все еще, как бы, по идее-то она же нужна. Потому что у нее какие-то там исследования, нам нужно, короче, ее найти, с ней связаться. Иначе город взорвут. Иначе город уже, по-моему, взрывают. Арам, по-моему, уже вроде. Вот он, блях. Пока еще нет. Вот он, блях. Маленький, но шумный. Как говорил Джейсон Стэтхэм, маленький, блях, но шумный. Размер не важен, главное умение, поэтому погнали. Я почти разбилась. Не, ну красивый пистолет я создал. Мне кажется, это все вообще. Это стоит всей прошлой серии этот пистолет. Похож на Far Cry сейчас пистолет. Я играл в Far Cry 6, Настя тоже играла в Far Cry 6. Играла, но не записывала. И там, по-моему, что-то подобное такое было. Короче, мы сегодня идем на Майкла. Мы я серии... уже здесь. Я бегу, короче. Зомби хочу. Бегу к Насте. В прошлой серии... Это... Что мы в прошлой серии делали? Мы позапрошлой серии искали метеориты какие-то 30 минут. Помнишь это? Позапрошлой помню. Серии. Помню. В прошлой серии мы... Бля, мужик, что делаешь? Это тебе. Ох! А почему так-то? Зачем я это сделал? Ого, здесь сколько всего! Я бегу, Настя. Надо канализацию пробраться. Мне кажется, тебе бесполезно забивать. А тут что-то Раиса есть. Бля, что такое-то? Блин, защищай меня, взломаю, что-то от Раиса. Попытайся. Есть, блин, максимальная ситуация, ты что, взломал? Блин. Щет. Где это там? Да бля! Щет! Да щет! Не, нам бежать. I'm dead. А я, мне тоже почти умер. А, ну это мы куда-то зашли. Это да просто... нам сюда и нужно. Это прям вообще, у меня жизни просто уходили. Непонятно вообще от чего, непонятно вообще. Ты можешь спасти? Как я умер. Да ё-моё. У нас жизни уходили с тобой просто в этой местности. От кислоты какой-то. Потому что я просто побежал и... Блин. И что, мы начнем опять отсюда? Ну да, опять идти. О май гаш. Ты кошку-то прокачал? Да. А чё кошку? Поставь ее в инвентаре. А ее еще на ставить надо, на быстрый набор. Да, на быстрый набор. Ее еще и ставить надо, твою ж мать. Естественно, ты как думал, на указ, а где она вообще находится-то, кошка-то? Она где? У тебя там сюриканы всякие были. Так, сюриканы. А где она? Найди ее и поставь. Не тупи. Где она находится-то? В твоем рюкзаке. С моего улучшения в моем же рюкзаке.
А, ее нужно сначала взять. Ее нужно у кладовщика взять. А. Или в убежище своем. Потом возьмем. Да блин. Не пошли, я сейчас возьму. Очень далеко здесь. Я пока попробую развеять обстановочку. Я ползком как-нибудь проползу. Где сейчас этот туннель находится? Его лучше найти бы. Чтоб тебя не запалили. А вот тут получается. Уже нету. А вот на кошка, да, вот она. А где здесь туннель вообще? У тебя есть этот? Новый кабель. Да я у него покупаю батарейки. У меня денег полно, я их никогда не тратил особо. А как попасть-то, ё-моё? Башню припас даже возьму. И все. Ой, блин. Ой, я нашла! Есть, короче, где-то в центре дырка. Вниз надо провалиться. А подожди, Настя, я сейчас тебя так не найду. Блин, куда мне идти-то? Ну иди сюда к этим зомби и просто бегай кругами, здесь есть дырка в полу. И туда проваливайся. Так, 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 инвентарь. Всё, я здесь. Блин, так что-то придется убрать. Эти кошки-то. Ой, я статуэтку зомби нашел. Все, жду тебя. Я на месте. А, окей. А как кошку использовать? На какой у тебя там стоит? На что ты кидал сюрикены всякие? Ой, драгоценности. Так, можешь что-нибудь себе создать? Что-нибудь такое жесткое. А что я кидал сюрикены? Ой, могу двухствольное оружие улучшить. Песчаный буль могу мне создать. Это сюрикены. О, мое. А если у меня будет 900, сколько у меня сейчас будет? А, так у меня будет 911. У меня сейчас 900. А, давай прокачаю. Я что, к тебе бегу? Давай, я жду тебя. Ты вообще могу создать? Так, а сколько у меня сейчас будет? А, все, научился пользоваться. Бля! Опасная кошка. Ой, я могу создать, прикинь, что, суки, не ждали? Что там создать? Вот, что это называется. Вот, кстати, восстанавливается эта кошка еще, да? Так, я здесь, не только знаю. Куда попасть? Просто вниз. Просто бегай, где-то внизу будет. Так, где мы? Ой, всего 190, серьезно? Я возьму. Не вижу, как бы где. А я наугад нашла, и просто бегаю где-то, это где-то... Блин. Внизу просто в древний. Я сейчас быстрее убью, чем я найду. Мне просто повезло, что я нашла. Я без понятия где. Так, я давай сейчас А, ты умер? Ну, почти. Я могу проползти, чтобы ты примерно понимал под моей иконкой, где я. Вы бред вообще, пиздец. Смотри на мою иконку а, и иди туда. Нашел? Нашел, да. Все. У меня жизни нету. Ну я тебя вылечу сейчас, у меня две аптечки. Как у меня проблема с этими аптечками в этой игре, вообще просто. Когда должно уже быть 30 аптечек, у меня их ноль. Все равно, что марли нету. Ну, у меня только что тоже всего только две. Я сейчас не знаю, Настя, с тобой. Мы записываем сейчас последнюю серию, потом опять будет пауза в этой игре. Надо поискать сейчас с тобой много всяких этих марли везде по всему городу, этому старому. Подготовиться к финальным сериям. Только так не делал вообще, бегать без аптечек. Ну, конечно, я рада. Тем более, я хочу же найти этот самый... Стоит пулемет.
Как никак все равно. Его покупать, я думаю, нужно. Ну да, просто найти же. Ой, мы возвращаемся, что ли? О, нифига, нормально же все было. Да, ё-моё. А, можно проползти. Давай проползем, и не будем их троить. А, можно проплыть? Ну, походу. Давай проплывем. Тогда найти Майкл, окей. Да, и спокойно проползаешь. Че на них тратить патроны? Конечно, че. Они... Ты идешь, ты опять отстаешь. Да, иду. Я иду, но я опять отстаю. Где мои коктейли Молотова, блин? У меня полно. Ох, нихера. Не ходи туда, сейчас взорвется, не ходи туда. Это же ловушка была, я постоянно всех привела, чтобы они померли. Блин, это же та канализация, которую мы приходили в этот город. Что-то вообще. Запустили ее. Здорово, друзья. А ты живой, что ли, еще? Блин, уж наконец. Пойдем. Да, это то место, но просто здесь теперь зомби, что-то случилось. Ой, наконец-то, Марля! Не сюда, а забирай быстрее. О, нахуй. Забирай Марлю. О! Супер. Вот, отлично. Уже этих Марль мало. Ой, у меня это началось. Опять его заражение. Люки. У тебя тоже? Да. Я аптеку создам быстро. Блин, я ничего не вижу. Все, прошел. Как же будут проблемы с марлями, так опять? Черт, я думал, ты кусака. Нельзя так бесшумно подкрадываться. Черт, меня чуть-чуть парк не хватил. Мы, Крейн, мы такие им подкрадываемся. Так, сейчас поговорим, подожди, Крейн. Майкл, точно. Да, сначала. Давай я сейчас разберу, сейчас быстренько еще. Монтировки всякие. Ничего здесь, нам ничего не оставили. Ничего такого нет? А-а. А, такой си. Ты что там делал? О, мы сейчас взрывать будем. Что-то нагнулся, что-то делал-то. То он взрывается. Ну давай. Я не хотел тебя напугать, Майкл. Okay. Ладно, ладно. Трой сказала, что ты придешь. Боже. Скажу, что она не видела, как я подскочил. Она не воспринимает меня всерьез. А ты что ли? А как в нее не влюбиться? Ты ее видел? Я потому рискую жизнь среди толпы ядных зомби, чтобы произвести впечатление на девчонку. Слушай, до эпидемии самое впечатляющее, что я мог, так это выиграть конкурс на правописание. Трой на меня даже не взглянет, так что я пользуюсь любой возможностью тебя проявить. Понял, отвял. Давай рассказывай, что надо делать. Ну, в общем, я пытался все сделать сам, но не смог пробиться через 9-й этаж. Ставь это мне. Доставь это мне. Тебе надо взять взрывчатку, включить газ в плитках и принести заряды в определенных квартирах. Они сложатся в кое-какое изображение, и никто не за пределами храма не примет его за случайное. Если они сумеют это объяснить, то мы все охренеем от восхищения. Ладно, если ты уже идешь, то сперва надо на 10-й этаж. А ты что, пошли с нами? И сел, главное. Вот взрывчатка. Вообще молодец, и сел такой. Аптечку. Да у него, блин, бейсбольная бита, посмотри на него. У него бейсбольная бита, у меня маленький, шумный, но бесполезный пистолет такой красивый. Ты, по-моему, дробовиком вообще не пользуешь. Он что, не мог уже дверь, что ли, открыть? Он, походу, не мог дверь открыть. Ну да, он пытался все. Никак не открыл. Ну ладно. И такие люди существуют. Тогда нужно на 9-й этаж, а мы только на нулевом. Че, мы будем все эти этажи защищать? А, нет, закрыто. Закрыто? Вот черт. А то пошли, нам нужно на 9-й. Ну вообще мы можем, наверное, все зачищать. О, пластик. А, здесь, наверное, не получится, уже здесь забито. Ой, блин, вот это я помню эту миссию. Я это не помню. Полная жесть.
Здесь будут дети кричащие, плачущие, которых нужно убивать, иначе, иначе прибегут тонны. А я вообще не помню, я вообще проходил ли эту игру до конца раньше. Это самое вообще, ну это почти конечная миссия, это самое жесткое. Блин, в 15-й серии почти конечная миссия, мы что-то как-то там... Мы хоть бы мы хоть и сказали, что мы будем проходить до дополнения падения, соответственно. Но это не значит, что нужно быстрее заканчивать сюжетку эту. Куда ты? Пошли. Теоретическую деталь пропустил. Нужна она тебе. А я так всегда в конце игры начинаю больше лутаться, чем... А это уже не нужно. Чего металлические детали все нужно еще? Я хочу еще все-таки создать. Создать я все-таки хочу еще пулемет этот. О, смотри, посмотри, хотя бы на него просто посмотреть. Давай бы на деда тоже сразу. Ну ё-моё. Какого черта? Наверное, что-то перекрыло шахту. Ух ты, вот это. Да блин, кто перекрыл? Зомби перекрыл шахту. Так что-то можно на кошке сидеть? Бля. Ну блин, ну не вовремя. Проклятие. Что такое? Ты в порядке? Нет. Да, да, пока. А, это ты берешь. Да куда же ты? Какое? Да скатился, взял. А что они что-то не пользуются? Пушка-то что-то не пользуется. Или нельзя пользоваться? А, во. Можно. Всё, пока не запрошу. А куда прыгать-то? А, все, на дятом даже. Отлично. Да ты цепляйся. Ты когда прыгаешь, удерживай пробел. Удерживай. А можно, интересно, в зомби прям лететь? Куда здесь прыгать? Там, сюда, что ли? Он что-то не удерживает меня. Из лифта. Давай, я жду тебя, я пока не пойду дальше. Он что-то не удерживает, неужели? Да, и без оружия, кажется, здесь вообще делать нечего. Я когда играла, кстати, я бы без оружия была. Как это без оружия, ты че? Ну так вот, без оружия. А там уже, по-моему, само можно найти. А я, по-моему, его не брала его. А ты экстремально да, решил проходить? Он мне когда раньше не нравилось. А ну, как не оружие, как не, оружие не нравится, а мне здесь нравится как раз дубинками драться. Как без оружия здесь самая прям жесткость в этой игре. Когда вот оружие дали, все легче стало играть. Майкл, я на 10-м. Отлично, ищи квартиры 105, 106, 134, 137. Прямо запомнили. Блядь, записать же надо бы. 105, 106, 134, 137, по-моему. Я уже забыл. Тут написано, какая разница. Тут 105, только 106 написано. Походу, он остальные забыл, походу. Ну, сначала их сделаем, потом уже другие появятся. А ты что там воюешь с кем-то? С зомбаками. Чуть женщина меня не убила. Не промазала. А ты где вообще? Я хожу. Пытаюсь, может, что-нибудь интересное найду. Ты же наверх поднялась, что? Нет, я пока внизу. Ой, блин. А на окошке можно? Да вот еще. Которого тебе здесь вообще нет. Марли. Замечательно. Очень пригодились. Я умер. Ты где, далеко? Не знаю, что смотрю. Не, какая-то вообще, не я не знаю, как эта кошка работает. То есть ты цепляешься и разбиваешься. А зачем тебе вообще кошка? Мы на этажах ходим. Здесь не нужна кошка. А хер знает, я куда-то пошел в другое место. Куда. Нам нужно закладывать бомбы. О, здесь чувак отравился таблетками. Не хотел в зомби превращаться. Ой, я полный набор патронов. Стреляй, наверное, ими. Оружие. Дайте мне лучше марли, а не ваши гвозди. Прикинь, я такая женщина смотрела. Не нападала, я ее убила.
прикол. Мука. Зачем мне мука, блин? Где вся марля? Она исчезла вообще из игры, что ли? О! Марля нашла. Нахуй, все, отсюда вы вышли. Так, нужно здесь ставить бомбу. Отсвечивается у меня. Так, 105-я, да? Ага, да. Плитку нужно включать. Нужно включать плитку и ставить бомбу. Okay, ладно, я с первой квартиры разберусь. Отлично, теперь иди в следующую. Закрыто нахуй. О, батарейка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во! Это неплохо сейчас было. Ой, чё не только ударил. Это ловушка, походу, активирована. Нифига здесь трупаков. Нифига тут глута. Я, по-моему, уже 40 алкашку. Ой, я марлю нашел. Нужна марля. Иди сюда, она, если марля, она редкость. Я уже одну нашла, да. Иди. Ты нашла, а, ну, марлю? Нашел там, а, ты нашел там, где я, наверное, нашел. А, ну ладно. Ты нашла марлю, мне не сказала? Я сказала тебе. Просто ты умер, знаешь. Вторая готова. Ты явно справляешься лучше меня. Теперь тебе надо... О, чёрт. Какое, Майкл? У меня тут гости. Не подходите, ублюдки. Ходи, Майкл, спасайся. Нет, я её держу, а тебе надо закончить работу. Я никуда не уйду, пока мы не закончим. Это дурак. Убью его сейчас. Герой, блин. Зачем? Как он задержит? Если так полно зомби, если он не в курсе. Он бесполезен. Вот нам помешают еще лишние зомби. Я нашел марлю. На сосе. Иду. Аптечек, нам лутать аптечек под конец игры, да? Вот сейчас я иду. А-а-а. Ты не идешь, ты бежишь, по-моему. Вот она. Да, спасибо. У меня 6 аптечек, это рекорд! Добрый вечер! Такого никогда не было. Я говорю, я, блин, я не лутался. Что-то я как-то, блин, в экстазе каком-то был, наверное. А у меня 3 всего. Я 6 аптечек, ну, это рекорд. Никогда не было 6. Я говорю, к этому моменту уже должно быть 30 у нас. Здорово, до свидания. А ты холодильник открываешь? Если да, может, там халва всякая может быть. Ну как бы. Все, пошли на 10 этаж. Ты чё? Подонок! Пока еще не тяжело, пока еще тяжелых моментов не было. А ты можешь запинывать врага, если он лежит? Да, могу. Это круто. Какой мощный удар в голову. Да. Погнали. Где, внизу? Я забираюсь. На 12 этаже уже. А, на 12? Какой внизу? Нам нужно еще квартиру, вон 134. Опа, здорово, до свидания. До свидания! Ох, нихера себе, есть этот, коктейль Молотова, здорово. Коктейль Молотова, есть коктейль Молотова, на, не трать, не трать, Настя, как тебе не трать, смотри. Горящие зомбари! Взрывающие, летающие зомбари. Чуть меня не убило. Коктейль Молотова, это же надо использовать, когда куча врагов. Да, ну, у них это включать. Разлетается голод, как, блин, я не знаю, как кирие, ой, как эти чипсы, например, ты когда хрустишь ими, они также разлетаются, у них голод также разлетается. Сухари, блях, ну они же сухие сухарики. Сухарики-зомбарики. Кусучи, они мне нравятся. Капец, блин, 2 зомби пытаются выбраться. Давай, выходи. Я тебе помогу, давай, открывай, я тебе помогу. Давай. Я знаю, ты сможешь. Выходи, давай.
Ну ты выйдешь, нет. А куда идти? Тут 128 какой-то зомбарь пытается выйти. Но он не может выйти. Нет. Да, тут везде. Здесь везде зомбарь. Я ему хотел выходит. Помочь, но он не выходит. Они никто не выходит, как к ним забраться? Наверное, 134 нужно. Я могу уже создать себе. А, он вообще не нужен. Нам нужно наверх подняться. Здесь просто лут. Ой, я нашла. На 13 этаже уже. Вот, начинались ребенок плакать. Что, у меня болт этот? Самое жуткое начинается. Меня это пугало в детстве. Очень страшно. Да блин, ну это ловушка, чертова, пузырь меня постоянно... Ты жива? Нет, вылечи меня. Бегу. С бомбой. А ты где? На 13 этаже. Там наверху дырка в крыше. А, нашел. Быстрее, мне 10 секунд осталось, блин. Я не понимаю, где вообще начну. Все, я спас тебя. Фух. А тут непонятно, где бы я начала вообще. Уйди отсюда. Плита ли стоит такая одиночная? Как она еще работает, блин? И Настя скрывает. Не, в этой игре реально, блин, круто лутаться. Что-то я как-то это, блин... Особо ты не лутался в этой игре. Да ё-моё, чуть не могу. О, то не могу, то с первой попытки прям. Да блин, всё ненужное. Ну, кое-что можно разобрать, тактический нож. Так, всё нам осталось последнее. О, здесь с ребёнком, пошли с ребёнком. Идём. Давай. А, блин, нельзя его убить будет. Ну капец. Да, ребенок плачет. Ты уже убивал их. Ты дурак, уже их убивал. Вообще, мы это уже это видел. Рейн, ты че? Вообще. Уже проходили в прошлой серии. Ну все, блин, всех зомби переманило, капец. Какого хуя, блядь, сейчас происходит? А коктейль, 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 полетел, коктейль. Да. Блять! У сука! Валим! Нахуй! А нам нужно еще поставить, разместить. О, хорошо, хорошо, хорошо. Оп, опа, это взрывной. Уйди отсюда. Я бегу бомбу размещать, короче. Я пока убиваю этого. Уйди отсюда. Я ребенка убила. Ключок. Пошел нахуй. Ключок-ка. Хорош. Так, ну все, размещаем последнюю, готово. Ты у тебя одну бомбу-то разместил? А. Я прикрывал тебя. Так я печку включил зачем-то. Наконец. А, я одну бомбу сделал. Так, все готово. Отлично. И ты не мог бы спуститься сюда? Я, конечно, справляюсь, но от помощи не отказался. Опа, головы полетели. Слушай, эй, ты, сукин сын, господи боже. Майкл! Слушай, если ты знаешь, что случится, беги, отойди от меня. Беги от ата, выбирайся отсюда и взрывайся к чертям. Майкл, ты выбирайся отсюда и возвращайся к трое прямо сейчас. Оставь детонатор. Майкл, блядь! Майкл, ну моё, блядь! Уйди от Насти, сучий потрох. Способности Супермена! Ну, нифига себе, блин. Ох, так, нам нужно что-то вниз. Пошли сюда. В лифт. Хорош. Так, вниз? И наверх? Да, на лифт быстрее. В лифт спускайся. Ну что ты бегаешь кругами? Лифт вот передо мной. Я не вижу. Вверху ты вон смотри, где я нахожусь. Туда и иди.
Я вижу, ты наверху, походу, ты будешь не спускаться. Я внизу, я спустилась на лифте. Да ты прям вокруг лифта бегаешь кругами. Ты что творишь? Где лифт? Налево иди сейчас. Налево. Вот, все, стой. Направо маленечко. А, вот он лифт. И назад. Вот, неужели? Куда, наверх? Прыгай просто. А, ё-моё. Неужели? Спускайся, я жду. Мы же приехали. Слишком быстро унеслась, надо было подождать меня. Да, блин, тебя ждать на одном месте стоит скучно. О, щит. Я лутаюсь. Так я тоже. Блять! Огроми, уничтожен. А сейчас он взорвется. Не взорвется. Может, ты примешь? Блять. Происходит. Гнила. Убила. Я убил Громилу. А Лира. Кто посмел там? Громилу много денег. Ага. Да не бесполезно, алкоголь вот это важнее. Чего Марли бы у них можно было найти, вообще прекрасно было бы. Там побежали. Можем скажешь, будем лутаться. Пошел нахрен. Пойдем. Ты бы, конечно, лутаться можно, точняк. Я секач нашел. Тоже ничего это не нужно. Так разбирать это же надо. Так а мне не нужно для разбирания этого. Okay. Все полно. Ладно, надеюсь, ты в порядке, Майкл. Ой, блин, пошли вниз. Погните здание, залейте бомбы. Пойдем, взрывай красиво. Это должно быть. Я прям за тобой красиво. Ой, еще один давил. А он уже умер, не дать патрона его. Он еще с моих умер. Робка. Обыщи его, у него полно денег. Микады нужны? Да, у меня все полно. Но это уже все равно ничего не пригодится. В этой игре все пригодится, Нас. У меня этих химикатов 100 штук. О, тебе даже прыгать не надо, смотри. Опа, пропустили коробку. Смотри, тебе даже прыгать не надо, все. Да, это же точняк, смотри, сейчас я да, вот да, теперь кошка я тебе даже я прямо отсюда, прямо смотри. Вот и все. Да, вообще просто офигенно. Это офигенно навык. Ты больше был начальник. Надо было его прокачать еще в тот момент, тогда мы, соответственно, бы... А нельзя было. Забыл еще. Он открылся прям именно вот недавно. Вот же как несправедливо это, да? Только ага. Сейчас. Ты помнишь, как мы мучились? Да, этот навык очень хороший. Очень хороший навык. И очень хороший селектор сегодня происходит у нас. Сейчас взрывай будем. Я, кстати, по-моему, будет... Я не буду спереть. Я, по-моему, помню, что должно быть на здании. Так, пошли. У меня текстурки не прогрузились. Я помню, что будет на здании. Нарисовано. Ну, давайте посмотрим сейчас, что будет. Ой, какое было вообще место ужасное. Время бум-тайм. Я никогда не любил это место. Бля, у меня что-то сломалось. Зарядить надо было. Время бабах! А, да. Я кстати, думал, бы что-то веселая улыбка. Это грустная улыбка. Ну да, зомби такого. Крейн, мы видим. Отличная работа. Надеюсь, этого хватит. Джейд, это ты? Крейн, я слышал, что... Я вижу, что ты сделал. Теперь ты веришь, что я на вашей стороне? Хорошо, обидно будет. И все. Вот же подонки.
Капец, мы рисковали жизнью просто так. Черт, если ты прям с нами, Крейн, ты должен связаться с ВГМ. Нельзя позволить министерству взорвать город. Знаю, но я потерял свой единственный канал связи с ним. Эй, умник, говорит, что нашел способ, как пробить блокировку связи. Но ему нужна твоя помощь. Здорово, Джейд. Здорово, Джейд. Слышала, надо встретиться. Повернись. Опа. Да, хорошо, встретимся в красном здании, я думаю, до канала. Они что, смотрели, подслуживали, что ли? Да, не подслушивали, капец. Капец, я, блин. Я фонарь включил, а они нас смотрят. Вот на это можно закончить прям. Но мы не будем. Жесть, пока. Я фонарь включил, прикинь, нас смотрят. Слышь, а ты что такой недружелюбный-то, не понял? Пошли, короче, отсюда. Пойдем. Даже полетели. Что и время так-то? Да, опасное время. Но здесь это кошка, поэтому, соответственно. Бля. Это может быть здесь будет здание рядом. А, я вижу дом, можно в него пойти. Очки удваиваются. Пусть удваиваются, то они умереть. Да, они нам не нужны. О, повышение уровня силы. Можно прокачать себе навык какой-нибудь. Так, я сейчас это и сделаю. Так, в падении. Блядь! Кто тебя тут звал-то? Там черти ходят. А, вон все, безопасная зона. Пошли до нее. Погнали. Так, ну-ка дайте я продам мешочки, я налутала слишком много. Так, продать ценности. Хотя не очень-то много. Это я разберу. Так, что я могу тебе еще продать? Вы купите тебе. А вот это забирай, вот это забирай, вот это забирай. Надо мне. Это мне тоже не нужно. Все, сюда не отдам. Как же мало это всего. Так, как и реально, где купить этот пулемет? Его нигде нету. Это крутая вещь. Купите. Ржавое. О, смотри, он продает ржавое ружье. Урон 512. Посмотри, у тебя есть ржавое ружье. Хотя бы такое будет. Не, нет у меня. Ну блин, почему? У меня вот дробовик есть, я кого покупать не буду. Вот купить все, что здесь есть, у него в принципе такой всякая здесь херня. У меня 911 все равно. Ой, нифига, у меня закончились патроны. Где есть патроны? Так, ключ какой-то могу создать. А что мне нужно? О, у него марли, кстати, продается. Вон, а у меня, по-моему, не было марли. Атака в падении. А, прикинь, у меня, кстати, патронов больше нет места для патронов. Я буду дробушку тратить. Поставлю его, буду его помаленечку тратить. Это как сейчас можно сделать? Вместо вот этой вот фигни. Смотри, я, кстати, прокачала всю дробушку. Можешь посмотреть? Давай. Вот. 71 патрон, нифига себе. Хорош. У меня, по-моему, марли здесь нет у него. Да, как я вижу, марли здесь нет. Я все купил. То, что можно, я у него купил. А нужно, наверное, наверх забраться. Где-то на дом-то безопасный. Где-то здесь. Вот он. Нельзя было окошку дать в начале игры прям? Нет, это же навык, эксперт. Ну это же было бы вообще легко бы тут. Ну конечно. Можно прям прыгать спокойно, вообще рисковать. Все, я в безопасную зону пошла. Ой, в какую безопасность включиться в канализацию, мне это не надо. Встретиться с Джейд, но мы это оставим на следующий туда серию, уже, соответственно, после перерыва, и следующий переход, друзья, будет финальный. То есть... Следующий заход в эту игру, друзья, будет последним. Блин, Крейн, дурак, не разбежался. Капец. Не разбежался бы, но прыгнул. Молодец, конечно, убился весь. Так больше сколько вообще идем-то? Джейд встречаться? Не, с Джейд не будем встречаться. А куда мы тогда идем? Твою мать, вот такие жесткие-то капец. Прям вообще жесткие, я смотрю. Короче, мы сейчас зайдем в укромное место. Ждем утра, там посмотрим.
Нифига себе, из-за бушка выстрелил. А, я видел. Офигеть. Так, не, надо валить отсюда. Бесполезно с ним воевать. А как? Ты спасешь меня? Как так вообще? Офигеть, да здесь этот монстр! Нифига он просто мочит, нереально. Лечись быстрее. Сэнкю. Здесь монстр, я, по-моему, убила жесткого монстра или нет? Хоть навалить-то бесполезно. Они неубиваемые! А ты монстр! Ой, пизда, пизда. Даже дробовик, как бы прикинь, его даже дробовик не берет. Нет, я упал. Его не берет даже дробовик. Ой, ты тоже, да, погибла. Да, этого монстра даже дробовик не берет. Это же тот не. Я говорю, надо было бежать. А от них не убежишь. Ультрафиолетом мы забыли пользоваться, надо было ультрафиолетом пользоваться. А, это их не поможет. Зато мы в безопасной зоне. Так, ну и что, куда мы идем вообще? Потратил только свои патроны. Ради чего вообще? А что по времени-то вообще? Да, по-моему, это они недавно начали играть. Минут 40, минут 45, не... я думаю, точно есть. Мне кажется, на миссии тебе уже бесполезно, то больше часа уже будет серия. Ну, а побочные выполнять тоже зачем, в принципе? Да, они неинтересные. Особенно давай... одно в другом. Да, на этом будем заканчивать, да и все, что. А уже следующая, ну, серия, тогда спокойно уже пойдем с Джейс встречаться. Давно, кстати, ее не видели. Вещь просто. Ну. В общем, следующий заход на ту игру, друзья, будет уже последний. То есть мы... Останется там сколько серий осталось примерно? 5, 4, 3, 2 или 1 даже. Ну нет, 1 точно нет, но серии, наверное, осталось... Вот там чемоданчик, проверим быстренько. Серия осталась там примерно 2, наверное. 3, может быть. А тут взлом, смотри. О, нифига себе, с первого раза. Ну это нормально. Как это смешно смотрится с этим далека. Такое себе здесь. Так, а ну-ка, кошка. Хорош. То есть, соответственно, у нас есть продление, есть подписка на то, что мы продолжим играть в Dying Light, в Falling или Falling, как там правильно? Свой английский, пожалуйста, Настя. Falling. Ну да, в общем. Если я правильно помню. Да, и это, соответственно, будет DLC. Мы как бы решили, в принципе, почему нет, давай пройдем. Ну и, соответственно, у нас есть новые более, роли. Мы не играли в него даже. Более, да, кстати, играем. Дополнение мы, кстати, никогда не играли. Для нас будет, по сути, в новинку это. Тем более у нас есть новые роли, то есть новая игра, это Resident Evil 5. Соответственно, у нас есть там главные роли, и эта игра составит большую конкуренцию Dying Light. Ну, тут тоже вирус, тут тоже, соответственно, харам, все такое. Ну и там вирус, но там-то круче, там-то Umbrella, там-то Resident Evil. Ох, нихера себе, куда полетело. Мы... В общем... А точно он заряжается, я даже не знал. О, может на вот эту верхушку залезть, смотри, вот туда. Часовня. Давай. Продлим, как говорится, еще кайф этой серии. Мы просто прошлый... Я просто вспомнил, когда мы проходили и заканчивали опять эту игру, опять у нас перерыв был. Мы были на высоте очень огромной прям. А мы успеем туда добраться? В смысле, нас не убьют? Это будет как-то позорно, если нас убьют. Я как-то по домам, походу. Вот сюда, что ли? Не, вон туда он, где синяя. Три, где я. За мной, короче, иди. У нас просто еще есть минут, мне кажется, 5-10. Поэтому как бы... Даже не знаю, ночью идти, блин, сюда. Пойдем. Ну, погибнем так погибнем. Нарвемся опять на этих. Ага. Вот то красиво там закончим. Не, это не самое высокое место, где мы были в 10 серии, но, по крайней мере, тоже что-то похожее. Игра прикольная, сейчас даже жалко ее заканчивать, но, соответственно, что у нас есть Resident Evil 5, и сразу на душе становится круто. А, я уже к Джейд пришла, прикинь. Надо к Джейд пока идти. Я пришла к ней как-то непонятным образом вообще. Иди за мной. Так это же наше место. Но оно высокое. А, ну да, это же наше место, но оно высокое. По крайней мере, оно здесь одно из самых высоких. Блин. Здесь есть. Опа, а вот и ночной выживший, кстати говоря.
Уже, кстати говоря, и посветлело в этом старом городе. А, здорово, это же вы здесь все. Точняк, а я что-то и забыл про вас уже. Да, это они. А, точняк. Ну ладно, здесь закончим. Здесь довольно высоко. А можно еще выше? А, в безопасной зоне, то есть... Дальше залезть уже... А, можно? А, можно, слышь. На, давай на самую верхушку прям. Вот, они туда не залазят. О, точняк. Бля, что-то не можешь залезть? На самую верхушку, походу, он не может залезть. Ты дурень. В общем, Настю мы ждем. Как только так сразу вернемся в эту игру, закончим ее уже. О, давай вот так вот повесим и будем смотреть одной рукой на этот красивый пейзаж. По крайней мере, у меня вот так вот сейчас красиво. А там вообще где? Ты наверху? Да, я выше поднялся. До максимума я поднялся. Выше уже нельзя, он выше не поднимается. В общем, красивый пейзаж. Нифига себе, почти как Супермен или как рука, тянущая к воде. Источник божества. Общем, а кто добрался? Я поднялся выше и полз по этой, и все. Появится пока почему? Просто вверх поднимайся, и все. Я уже не, я уже не буду спускаться уже. Я выше уже не вижу, где можно подниматься. Ну что, будем заканчивать? Я буду здесь заканчивать. Ты не будешь подниматься, да? У костра. А я не вижу, где я буду сейчас думать, что... Так вот же, я вижу, я висю. Просто вверх я подниму. Вижу, где, но как ты поднялся, то я не понимаю, как ты поднялся. Серьезно? Да. Мне что-то спускаться, что ли, к тебе? Ты это задними обходами поднимался? Почему? Ну просто вот поднялся здесь, да и все, вот. Вот и все. Вот сюда ты можешь залезть? А вот этим штучкам я не могу залезть. Я будто где-то сзади поднимался. Блин, я спускаюсь вот ради тебя, серьезно. Смотри. Ну и вот, да, я по этим не могу забраться. Я не могу по ним забраться. Это баги, ты через баги, что ли, забрался? Почему он залезал-то? Нет, не залезает. Ты серьезно, ты через баг залез? Да, через баг, ничего. Я же говорю, я же здесь прыгала. Он не залезал. Ты залез я, через походу, баг? Я, через ту сторону залез. Я тебе про это и говорю, что кого не залезать. Я же не придумываю. Давай у костра. Подожди, можно как-то... Так вот. Ой! Чё там? На костер не вставай. Подгорело маленько. А что за бред-то реально? Я же, блядь, залез только что. На игру ты через какой-то баг залез. Уже как-то с разбегу. Вот, разбегу, да, с разбегу. Разбегу сделай все нормально. Получилось? Не знаю. Нет. Ты читер просто. Почему читер? Вот, все, я залез. Я только проваливаюсь лишь к трой. Ладно, в принципе, не суть, как бы. Просто, ну, красиво тут просто на этом закончено. В общем, Dying Light вернется, очередные 5 серий скоро будут. Ну, или меньше. В зависимости от того, как мы будем проходить. Мы, в принципе, и так растягиваем эту руку, как только можем. Особенно концовками. Еще раз повторяю. Ссылка в описании на канал Анастасии Морган. Будет в описании. Она эту игру не записывает, потому что мы эту игру начали с ее дебюта. То есть это дебют Анастасии Морган. Это первая игра, которую мы решили записывать вместе, кооперативно, совместно, семейно. Соответственно, подписывайтесь на канал Анастасии Морган, если хотите посмотреть, как Анастасия Морган проходит идеально игры в совершенстве, в понятии, то, соответственно, заходите на ее канал. Подписывайтесь, комментируйте видео, ставьте лайки на обеих каналах, приходите на следующие видосы, на следующие серии, даже на трансляции, потому что, как и в видосах, мы с вами увидимся, и на трансляциях, и у Анастасии Морган. Все, всем пока, будем ждать продолжения финала угасающего света. Пока. Блин, я за тебя разбилась. А теперь, как бы, я тебя научу, как сюда залезть. Чего ты не можешь залезть? Серьезно, что ли? Чего? Я за тебя разбилась, упала и разбилась. А пофиг, как? Ну ты просто на бегу вот отсюда встаешь. Блин. Ага. Запрыгиваешь туда.
Как так? Больше просто. Не, ну, ты, если, тоже не получается. А если попробовать? Если, да, вот, ты попробуй несколько раз. Маленько отходить, маленько подходить вот так вот, да. Несколько раз попробуй. То есть, ты прыгаешь, маленько отходи назад. Вот и все, вот и все. Вот, все Настя все может. Ну, я просто не объясню, как технику это делать. А теперь еще наверх сюда вот. О, а здесь флаг есть. А теперь еще наверх, Денис. А наверх он не прыгает уже. Не, он должен, должен. Да. А он не достает просто. Он не достает. Он коротышка. Он же росомах. Наверное, наверх нельзя. Не, я же залазил. Просто что-то опять не получается. Не знаю, он просто... О! Вот. Ну, собственно, вот. Ты можешь, хочу, теперь можешь, ну, ты можешь просто повернуться, там закат красиво. Ты, по-моему, маленько проползли. Кайф. Вот сюда вот, где солнце, вот сюда вот, Настя. Да, ползи, вот и смотри на солнце, прикольно. Вот здесь не так смотрится, как наверху. Ой, я тоже залез, прикинь. А, да, две сардельки. Да. Да. Два крейна. Продолжение скоро. Найс. Ветер охуенный. Мы там вообще были? На том острове? А где наш второй город? Такое ощущение, что не были. А он там, где дымится, походу. Да. А вот этот мы там не были. Там какой-то маяк стоит. Да, там мы и были. Ты будешь висеть? Нет. Я испарюсь. А-а-а! Ну, она опять ушла.